Это последний день регаты Лангкави, и давайте уже наконец по-настоящему погоняемся и отлично проведем время. В яхт-клубе царит привычный дух соперничества, и уже вовсю идут празднования, ведь настало время 13-й международной королевской регаты Лангкави. Пятый день начинается с двух гонок во всех классах, кроме многокорпусных лодок, которым пришлось пройти 3 заезда, и спортивных лодок, завершивших только одну гонку. В классе спортивных лодок и по итогам 10 гонок Сетия Вест побеждает команду Сингапурского университета управления и увозит кубок себе домой. В гоночном классе ни для кого не становится сюрпризом победа лодки Ой, которая обошла лодки Королевского флота Малайзии в обеих гонках, заслуженно получив кубок вызова премьер-министра. В классе IRC-1 Foxy Lady 6 продолжает победную серию, заняв 2 первых места в последний день и в итоге победив в 8 из 10 возможных гонок и защитив свой титул. 2 первых места Маты Хари позволяют ей стать первой в своем классе благодаря последовательному выступлению на протяжении всей регаты. Нина победила в гонках 9 и 10, что сделало ее общим лидером в классе многокорпусников. Лангкави – одно из лучших мест для яхтинга, регата была очень хорошо организована и завершилась впечатляющей церемонией закрытия.